такие сугробы. Вот там первый этаж вообще не видно. То есть, ну, по высоте где-то 3,5, как минимум, где-то даже 4 метра. Вот такие сугробы. Любые дети, которые посчитают, что можно поиграть в Царь горы, могут прямо на лед упасть. Вадим Николаевич, и детская площадка. По срокам как? Вот вы сейчас дали, указали. А когда должны вы выписать, чтобы у вас не указано? Ну, так давайте, вот, чтобы у вас четко это выполнилось. То есть, чтобы перед жителями было. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемая администрация. Моя очередь, конечно. Так, снег на детской площадке не убрали. А я иду снимать вон там вот. Приехал экскаватор и якобы чистит снег возле корта. Причем перекидывает его на сам корт. Сам корт уже подтаял. Но вот эти сугробы, они выше до сих пор 4 метров. Получается, сейчас идет уборка снега с прилегающей территории на сам корт. Ну, я предполагаю, что вот эти ворота будут открыты. И оттуда будет заезжать машина и вывозить снег. Сейчас заснимем, попробуем пообщаться. Блин, как тут спуститься-то? Ну, не знаю. Мне просто жильцы позвонили, сказали, перекидывают на корт. Можно вас, да, снимать? Я просто подъехал, я сейчас вот, Коля подъедет, я уйду. Я сейчас стекла протру. Можно снимать отсюда. Не, я пойду поближе поснимаю, потом подойду. Хорошо? Просто мы этот вопрос поднимали, сколько? 9 дней назад на встрече с жителями города Сургут. С мэром. И он обещал в течение 7 дней. Вот, он обещал за 7 дней почистить, а да, получается на 9. Я чуть позже подойду. Зацените высоту снега и какие объемы. Всю зиму не вывозили. Вот такая великая стена снега в городе Сургут. Тут еще одна образовалась. В общем, я позвонил по всем телефонам, которые здесь находятся. Никто трубку не берет долго, потом трубку бросает. Значит, машина, экскаватор, которая меня увидела, чистила снег, меня увидела и сразу куда-то уехала. Какой-то варварский способ они выбрали для чистки снега. Видим, да? То есть вот эта стена, она вот сейчас обвалит. Ну, во-первых, повреждение этой решетки есть. Это все за бюджетный счет будет потом ремонтироваться. Вот она, стена сейчас обвалится, я не знаю. Это все повреждение. То есть они вместо того, чтобы машину подогнать вот сюда и сгружать снег непосредственно в машину, они решили перегрузить все на корт и, возможно, будут вон через те ворота. Потом, когда вот тут весь лед растает, или на шипованной резине заезжать и вывозить весь этот снег. Ну, странный, конечно, способ. Комментарии получить не удалось от руководства. Сегодня у нас 14 марта. Напомню, Евгений, управляющий катком, обещал 15 числа почистить. Вчера пришлось на официальной страничке Шувалова напомнить, что снег до сих пор не убран, хотя прошло уже 8 дней. Обещали за 7 убрать. Тут у нас еще одно чудо. Вот такое вот озеро. И оно постоянно каждую зиму, каждую осень, каждую весну
здесь у нас потоп. Никто эту лужу не устраняет. Люди вынуждены либо вон там далеко обходить, либо вот здесь вот. Каждый раз это не создает неудобства. Вон человек по лужам идет. Экскаватор приехал, поработал буквально 20 минут и уехал. С той стороны очень проблематично подъехать. Сами видите, там большие сугробы. То есть, либо они ждут, когда это все растает, и тогда машина сможет заехать вот в это озеро и убрать отсюда снег изнутри. Либо они просто хотят, чтобы это все растаяло внутри корта. То есть они с прилегающей территории на внутреннюю перекинули и, наверное, надеются, либо пока растает, либо пока здесь все растает, либо пока вот здесь вот подъезд растает. Либо им придется здесь вот здесь все расчищать, снимать лед, чтобы машина заехала, и тогда они смогут убрать. Сам корт чистили недавно, буквально 3-4 дня назад. Корт очищали от снега. И, естественно, снег вот отсюда выкидывался наружу корта. Пока я снимал видео, рядом ходил какой-то мужчина, постоянно звонил куда-то. Я к нему подошел, спросил, вы к корту какое-то имеете отношение? Он сказал, что нет, но вот он до сих пор там находится. И куда-то постоянно звонит. Экскаватор до сих пор не приезжал, хотя уже минут 40-50 прошло. Пока я монтировал видео, они еще больше кучу насыпали. То есть куча уже скоро будет выше самого здания. А справа они начали чистить подъезд. То есть, как я и предполагал, они, возможно, будут вывозить снег через эти ворота. Сегодня 9-й день, и снег начали убирать. Но экскаватор куда-то уехал. Благодарствую. Будем следить за ситуацией.